Привет, друзья! Мы с вами находимся в магазине Harman, что в городе Москва, на Кузнецком мосту. И мы, кстати, с вами сейчас в очень необычном помещении. Это помещение внутри нашего магазина оборудовано под домашний кинотеатр. Здесь есть огромный проектор, на котором можно смотреть фильмы, и система домашнего кинотеатра. В общем, ощущение непередаваемое от просмотра тут любого фильма, поэтому приходите к нам в гости в магазин, и вы всегда сможете испытать чувство настоящего кинотеатра в этом помещении. Но, друзья, сейчас не об этом. Сегодня мы с вами будем рассматривать новую акустическую систему JBL Horizon. Это модель 2015 года, и устройство это действительно очень уникально, потому что оно объединяет в себе одновременно часы, будильник, док-станцию и зарядное устройство. Кому оно может быть интересно? Оно интересно всем, кто любит слушать свою музыку любимую перед сном, под нее же просыпаться, кто пользуется часто будильником и кому, конечно же, не безразличен хороший звук. Итак, давайте я вам более детально расскажу про функции этого устройства. Итак, в первую очередь, основная функция этого устройства – это, конечно же, часы. Часы расположены на электронном дисплее, который имеет встроенный датчик освещенности, который регулирует подсветку дисплея в зависимости от уровня освещенности в вашем помещении. Поэтому дисплей всегда легко читается и в светлое время суток, и ночь. Второй особенностью этого устройства является два встроенных будильника. Один из которых вы, например, можете настроить на будние дни, а второй выставить на более позднее время и настроить его на выходные. Притом будильник может будить вас как через три встроенных мелодии, которые уже есть в устройстве. Он может будить вас через радиостанцию, которую вы заранее настроите, либо может транслировать музыку с вашего мобильного устройства, которое подключено к JBL Horizon по Bluetooth. Итак, перейдем к панели управления. Она, кстати говоря, выполнена из мягкого soft-touch пластика, приятного такого достаточно на ощупь, и на ней расположены все кнопки управления. Ну, в первую очередь, это две кнопки включения-выключения будильников, три функциональные кнопки, которые позволяют вам регулировать время на часах, либо регулировать время будильника, кнопка включения-выключения радио, кнопка включения-выключения Bluetooth, которая может быть полезна, когда вы, например, любите засыпать под любимую музыку. Благодаря этой функции вы можете выставить заданное время, через которое устройство отключится и выключит музыку. Потом на торцевой части расположены кнопки регулировки громкости. Ну и, наконец, главная кнопка для любого будильника – это кнопка его выключения. К тому же эта кнопка еще позволяет включать и выключать подсветку, которая расположена по периметру этого устройства. Кстати, если мы развернем устройство, здесь расположены два порта USB, через которые вы можете заряжать сразу два своих мобильных устройства. На нижней части расположены вход джек, вход для FM-антенны и вход для питания. Также здесь предусмотрена система дополнительного питания, которая позволит держать активную функцию будильника, даже если у вас в помещении или в квартире отключилось электричество. Итак, теперь про главное. Собственно, в любой акустической системе главное – это звук. Теперь давайте его протестируем. Друзья, у нас была возможность убедиться в том, что для такого типа устройств звук у JBL Horizon достаточно хороший. Ну что ж, подводя итог, хочется сказать, что JBL Horizon – это действительно уникальный продукт, который совмещает в себе сразу 4 устройства. Это часы со встроенным будильником, FM-приемник, зарядка для ваших мобильных устройств и, конечно же, акустическая система. В общем, спасибо, что были с нами. Приходите к нам в магазин, тестируйте всю нашу аппаратуру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пишите комментарии к видео. Спасибо и всего доброго.